Здравствуйте, уважаемые любители стратегии. Продолжаем играть в мод «Булатная сталь» за Кордовский халифат. И будем защищать крепость Кан от немецкой армии. К нам пришли немцы. Что ж, начнем бой. Так, сейчас развернем наши войска. Будем защищаться за вторыми стенами, естественно. Здесь установим орудия. Также войска. Так. Теперь здесь один отряд. Тут второй отряд. Начинаем бой. Раз, два. Раз, два. Два, три, четыре. Пять, шесть. Пять отрядов. Размещаем их здесь. Так. Этим будем стрелять отсюда. И на скорости. Ну, вот этот отряд куда-нибудь либо на стену пойдет, либо на эту, где будут проигрывать. Давайте посмотрим немецкую армию. Вот она, немецкая армия. Хорошие воины. Много конниц. Раз, два, три, четыре, пять отрядов. Ихние лукари. Тяжелые войска. Интересно, интересно, красиво сделали. И когда вы пробьете, о, пробили. И двинулись войска. Захватили первые ворота. Немецкая армия. Ну что ж. Снижаем скорость. Единственное, что я неправильно сделал, это надо было сюда вести всех стрелков. Так.
Стрелки, давайте. И вы стреляйте. Так, неплохо. Сбрасывайте их вниз. Это легкая пехота. Все-таки добрались и до наш. Стреляйте, стреляйте. Неплохо пока. Давайте этих на помощь. Три на 15 убитыми. Не попали. Хорошо выстрелили. Пока сражаются неплохо. Так, что у нас со стрелками? Тяжелая. Давай. Неплохо пока защищаемся, но... Как-то оно сюда станем. Двадцать один уже. На 21% разбили ворота. Так, идут. Хорошо, давай сюда стреляй.
Хорошо, попали. Попали. Восемьдесят один процент. Разбито. 45 уже уничтожили процентов войск. Ну тут сейчас конница. Промазали. Так. Давай, дави их. Куница. Отступаем. Стоять, стоять, стоять. Что вы? Понеслась. Надо одерживать победу. Так. Армия неверных подобна туру с глиняными рогами. Мы побеждаем. Рыцари феодалы. Давайте, давайте, убейте ихнего полководца. Отлично. Погиб вражеский полководец. И эти побежали. Ну что ж. Давай. Так. Орудия. Отдельно. И вперед, давим, давим. Кто там убит? Вольф фон Мейцен. Денег у немцев много. Завершаем битву. Естественно, казнить. Опять напали. Что ж такое? Шведы еще живы. Двадцать шесть тысяч подходящий жених. Давай. Новое задание. Блокада порта. Так, дальше читаем новость. Свадьба. Инвестиции в сельское хозяйство, конечно, нужны. Сводка новостей. Гибель от рук убийцы Хафс ибн Хайяй, член семьи. Это произошло в Риме. Так. Что касается... Хо-хо-хо. Mm.
Так. Это Папа Римский. Надо задушить. Вот так вы сражаетесь, да, повелитель? Бисмилла. Славная будет. 125 человек. Ополчение с большим щитом. В общем, будем расстреливать. Иншалла. Сегодня мы одержим великую победу. Этого Папу Римского. Так, конница с другого фланга, все остальные. Объединяемся. Вот, вот так. Начинаем битву. Давайте, стреляйте. Отходим, отходим. Давайте, давайте. Папа Римский. Продолжаем битву. Так. Бежит или нет? Меня больше всего это волнует. Убежит или нет? Цепаните его, цепаните. Догнали одного.
Отлично. Погиб вражеский полководец Папа Паулюс VIII. Так, а тут... Ну, неплохо. Пока все складывается просто замечательно. Догоняем. Кто-то, конечно, убежит, но... Вроде всех перебили. Сейчас посмотрим. Да, точно, всех перебили. Выкуп. Отлично. Нам дали денег за Папу Римского. Что ж, теперь делать будем мы. А вот что. Тут, естественно, штурмуем. Мы будем сражаться, как львы. Стены их не спасут. И этим войском штурмуем. Бисмала! Мы победим! Начинаем осаду! Объединяем. Уже идем. Неплохо. Двумя армиями в Пизе. Снизим налог. Построим казармы городской стражи. Переобучим войска. Вот тут мне не нравится. В Палермо. Корабль. Войско наймем. Тут тоже построим поле сего оборота. Войска наймем. Корабль. Читаем дальше новости. Международная ситуация. Отношения ухудшились с Венецией и Венгрией. Сводка новостей. Убийца. Ну, это мы уже смотрели. От рук убийцы. Задание. Блокада порта. Это Венеции. Итоги хода. Армия на третьем месте. Общий рейтинг третий. Обнаружение лазутчика. Республика Венеция. Садопоселение Кан. И мятеж в стане врага. Так, что здесь? Здесь, естественно, наймем. Построим мастерскую бронника. Тут также наймем войска. Ну, пока строить ничего не будем. В Рене. Хотя. В Бордо. Можно, в принципе... Нас кинет враг. Как угодно, солдат. Так, не нанимается. Армии поднабрать. В Тулузе.
тоже. Ну, так, это побитая наша армия. Пускай идет сюда. Вот этих надо раздолбать. Пучку. Недобитков. Давай вперед. Так. Армия неверных подобна туру с глиняными рогами. Мы побеждаем. Мы захватили полководца неверных, когда он пытался... Ну и что тут? Охраняйте его. Погиб вражеский полководец, командир Морелло. Эти убежали. Ну и этих сейчас зажмем. Убегает, убегает. Давайте. Куда вы бежите? Без конницы, конечно, гоняться за лучниками-то. Кошмар, пока у них патроны не кончатся.
Ну и что это такое? Нема луч, нема конного отряда. Ну где вы лазите? Ну бегите. И что дальше? Ну давайте, давайте. Завершаем битву. Победа. Ладно, выкуп попробуем. Не хотят. Герой дня. Отлично. Отлично. Теперь пойдем в Италию. В Италии у нас тут в баре. В баре наймем убийских копейщиков. В Неаполе займемся переобучением. Так, Палермо строится, в Тунисе строим. В Триполи надо что-то построить, давно не строили. Мастерская корабельщика. Давайте грузовой причал. Тут наймем корабль, армию, переобучим и построим конюшни шейха. Так, отлично. Тут построим расширенное поле.
расчищенное поле. Поднимем налог. Нет, поднимать не будем. В Алжире. Опять же, обчищенное поле. В Оране. Также поле построим. В Лиссабоне построим мечеть. В нашей столице построим дом правителя. Так, тут много этих правителей сидит. Севилье наймем один отряд. В Толедо есть. В Саламанке есть. В порт у одного пошлем. Ой. Чего это? Давай наймем армию ему. И в Лиссабон пошлем одного. Отлично. В Фессе есть воин. Кстати, построить надо. Что-то не получается. Итак, отношения ухудшились с Римской империей. Тут наняли. Что ж поделать? Вовани, что? Выходите и сражайтесь. Делаем ход. И будем завершать данную серию. Но эта битва уже будет в следующей серии с Республикой Генуя. Всем пока-пока, до новых встреч!